Уважаемый господин президент, дорогие друзья, приветствую вас в России, в Сочи. Мы договаривались об этой встрече давно, но после выборов в Турции это наша первая личная встреча, и я уже имел удовольствие поздравить вас с результатами. Хочу эту приличную встречу сказать еще раз, хотя уже прошло несколько месяцев. Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 80 с лишним процентов, на 86, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется. Он не такой мощный, как был в прошлом году, но все-таки позитивный. И мне кажется, это пойдет на пользу в области сельского.